Идея провести акцию «Подвешенная книга» у работников библиотеки появилась давно. Они позаимствовали ее у итальянцев. Правда, у них акция называется «Подвешенный кофе». Каждый человек, у которого нет возможности купить себе чашку ароматного напитка, может рассчитывать на заветную порцию, предварительно оплаченную доброжелателем. Мы немножечко интерпретировали идею этой акции «Подвешенной чашкой», решили, что у нас будет в библиотеке акция «Подвешенная книга». Дело в том, что часто читатели приходят, и начинают делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, советуют друг другу. Мы решили, что это хорошая возможность для того, чтобы ее использовать и продвигать книгу среди читателей. Несмотря на то, что акция в библиотеке стартовала всего месяц назад, в ней уже приняли участие более 50 человек. Все они брали книги и после прочтения оставляли на специальных стикерах отзывы о произведении. Благодаря чему следующий читатель может прочитать рекомендации и на их основании выбрать себе понравившуюся литературу. Есть книги, которые, конечно же, востребованы, в особой рекламе не нуждаются, и читатели их ждут, бронируют. И эта книга, скажем так, виртуально проходит через эту акцию «Подвешенная книга», потому что как только ее сдают, мы тут же звоним и говорим, что наконец-то до вас дошла очередь, и вы эту книгу можете почитать. Акция «Подвешенная книга» продлится до конца февраля 2019 года. А для любителей вкусного и душистого чая работники библиотеки приготовили выставку «Его Величество чай», на которой представлены книги с различными рецептами этого напитка. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.